Сделал два моста на колею 90. Сейчас запечатаю и отвезу, отправлю транспортной компании человеку. Самое интересное, делал два моста, а получилось три. Один на колею 70. Вот такие вот дела. Если интересно, смотрите. Видос длинный. Ну, чем занимаюсь, то и снимаю. Вот, как-то так. А в конце узнаем вес посылки и сколько это стоит. В общем, загнал тракторок, так в угол поставил. Буду менять мост ему. Почему? Да сейчас расскажу. В общем, заказали мне два моста на колею 90. Чулки обрезал, начал чистить. И вот на одном чулке заметил трещины. То есть вот трещина. Вот так идет. Вот она трещина вот здесь. Не знаю, наверное, не видно будет. Вот так вот. Вот здесь чулок треснутый. Вот здесь треснутый. Короче, он весь на трещинах. Чулок. Но не буду же я этот чулок человеку отправлять. Кто меня умным назовет. В общем, есть у меня еще один чулок. Собирался его обрезать и делать самоходную тачку на вот таких вот колесах от кары. Подогнали мне такие колеса вместе с дисками. Короче, как у меня стоят на спереди, на передке. В общем, чтобы занизить кузовок, который будет стоять сверху. Вот такие вот дела. Вышина как раз кузовка будет 40 сантиметров от земли. И загружать удобно. Вот такие дела. Вот как раз таки еще пока не обрезал этот мост, который туда предназначался. Сейчас я его укорочу на колею 90. А этот чулок заварю. И укорочу его на колею 70. Почему колея 70? Буду его ставить на трактор. Так сказать, убью двух зайцев сразу. На тракторе, мужики, у меня колея. Сейчас вот ставлю там на центр. Вот видно, где центр. Вот это вот. Вот эти вот вещи, да. Ставлю на центр. И ставлю на центр здесь. Вот так. Во. Колея получается у меня здесь 63 сантиметра. То есть на тракторе 63. Спереди 70. Вот как раз таки. Расширю ее на 70. Тем самым у меня появится вот здесь вот между крылом увеличится пространство. Там торчат вот болты, видно, да, которые крепят крылья. И не дают возможность одеть сюда, мужики, цепь на зиму. То есть цепь упирается в болты. Соответственно, сюда даже вот два пальца не залазят. Сюда набивается под крыло много грязи. И чтобы это все дело исключить, решил заменить мост. Мост, помните, да, он у меня съемный, он откручивается. Вот. А этот мост, который стоит на тракторе, я как раз таки буду использовать на самоходной моей тачке, будем так говорить. Вот такие вот дела. Поэтому сейчас укорачиваю. Первым делом делаю два чулка и отправляю в город Елец. Это Липецкая область, если мне память не изменяет. Без редукторов. Отметил нужный мне размер. Флянцы, соответственно, спилил сразу. Как рассчитывать мосты, я уже показывал, не один раз рассказывал. Видос вот здесь где-то вверху будет, ссылочка. Переходите, смотрите, кому непонятно. Значит, следующее. Нужно линию нарисовать. Кто-то скотч мотает, кто-то изоленту, кто-то на глаз пилит. Мужики, я вот пользуюсь. Кусочек трубы водопроводной. Это
по-моему, 50-й размер. Вот, кусок отрезал произвольно и распилил его болгаркой. Все. Главное, что ровненько это дело срезать. И вот таким образом ставлю, прижимаю и черчу. Никаких скотчей, никаких изолент. И ускоряет весь процесс. И вот таким образом выставляю, еще раз прижимаю и рисую линию. Все. Остальное в станке поправится уже. Никаких проблем. В общем, флянцы на мостах прихвачены на 3 прихватки с каждой стороны. Колеса, мои шаблоны, так сказать, проверяю, не ошибся ли я. Так, ну один проверил, ровно 90 колея, проверяю второй. Здесь ставлю на 90, ну и соответственно внизу по центру. Вот такая проверочка, мужики. Все, можно обваривать. Ну и также, мужики, вот мост выставил на нужный размер. И теперь, чтобы его ровненько вварить, да, я уже показывал. Покажу еще раз. Линейка вот так ставлю, опускаю. Вот так вот. Вот край висит, как бы вниз, да, тянет. А здесь по плоскости здесь и там она его поджимает и выравнивает, как вот уголок стоит, так вот и болты и все остальное абсолютно ровненько. Прихватываю и также проверяю на колесах колею. Да, впрочем, сейчас покажу. Чулок готов на колею 70, мужики. Сейчас проверяем центра. Ставлю на 68. Смотрим. Центр есть. Все, колея ровно 70. И опять сейчас кто-то скажет: так ты ж поставил на 68. Друзья, нет барабанов. Нету барабанов. Как только станут барабаны, колея автоматически станет 70. Вот. Так как там у меня раздельные тормоза. Арифметика простая. Плюс 2 сантиметра на барабаны. Ну что, как говорится, крутите барабан. Найдутся, конечно, недовольные тем, кому не нравится. Кстати, друзья, сектор болт на барабане, что неудивительно.
Ну, а запечатываются мосты. Точнее, заматываются. Легко и просто. Один уже готов. Так, мужики, мост один взвесили, 15 килограмм, 350, я так понимаю, грамм, вот, или как они тут считаются, это граммы считаются, да, 35 грамм или 350 грамм? 35, 350. Вот, 350, вот, второй мост, 15 килограмм, 400, на 50 грамм тяжелее, наверное, пленки больше намотал. Вот. Мосты поедут по одной накладной. Вот такие вот дела. Все, мосты сданы в транспортную компанию. Значит, общий вес 30 килограмм, 750 грамм за два моста без редукторов, то есть чулки и 4 полуоси. И транспортная компания взяла за пересылку 1681,50. Вот как-то так. Ну вот, к примеру, еще одна посылочка отправлялась чуть ранее. Это был передний ведущий мост, город Москва. Вес, правда, почему-то не указан. Но посылка весила больше 76 килограмм, один мост вместе с редуктором, с тормозными дисками, суппортами. Вот. И пересылочка обошлась человеку в 1984 рубля. Вот такие вот дела. Также помните, да, по прошлому видосу, делался передний ведущий мост без редуктора в город Альметьевск. Вес посылки составил 29,5 килограмм. И это Республика Татарстан, кто не знает. И обошлась посылка человеку в 1584 рубля. Это СДЭК.
Также, мужики, проверил колеса на восьмерке. Они наживлены по два болта. Поставил барабаны. Также и здесь все замечательно. И, так сказать, колею с установленными барабанами на центр. И, соответственно, здесь ровно 70. Как-то так. На этом, в принципе, видос можно закончить. Следующий будет уже установка сюда его. Так что, с вами был Санек. Скоро увидимся.